Что сказал ты? Мы с первого мешка вместе. Мы с первого мешка вместе. Глянем эту прекрасную машину, да? Супрастин везем тебе. Все вспоминаем. И Секея жива. Нас может Акимат на тебе. Едем с транспарантами. Шаслим. Куда едем? Едем на Кащей. Нет, стоп. Увидите сейчас. Чей туфля? Короче, ну вы поняли. Сегодня мы омолаживаем природу. Бутылочки. Находимся в поселке Кащей. Возле речки. И смотрите, сколько мусора здесь, а? Строительный мусор, бытовой мусор. Сегодня акция. И Шацалим, молодец, инициатор, собрал здесь всех в разных точках по городу. Сегодня собирает мусор. Мусор собирает Талапкери, там Казпочта 300 человек. Маншук 15 человек. Потом Ильинка, Кургажинская трасса. Вячеславское водохранилище. Исенберлина в районе магазина Бахус по Сарыбалаку. Карасу. Тоже не знаю, сколько человек там убирается. И вот мы здесь на Кащах. Ну, мы здесь в Хром собрались, убираем свою территорию малую. Знаете, кто это? Да, вот это дама. Кстати, напишите в комментариях, кто это такой, а? И что он здесь делает? Я пришел подышать свежим воздухом. Давно здесь не был. Кащей раньше, ребята, вот я купался в детстве именно там. Убираем мусор и обсуждаем нового Акима, короче. Все вспоминаем. Исекия жива. Нас может Акимат на тебе. Подальше бросает, чтоб не видно было. Потом научу, как их искать быстро. Спрашивают, где находятся Шацалим такие места. А по-моему, их не надо даже искать. Чуть выезжаешь за город, либо какой-то поселок рядом, этого мусора вот так. Хамеристы наши. Хаммер-клуб. Они любят фонтан. Они всегда так в драйве все. Я посмотрю, как они сейчас убирать будут. Наверное, точно будут так же, да? Нет, убирается. Все, жив-здоров? Тоже пришел омолаживать так, природу? Бля, опять со своей камерой. Ну, надо опять. Только родил фирму, надо матернуться. Остановил ее. Да, сегодня ее пометки красные, блин. Глянем эту прекрасную машину, да? Переделанная. ГАЗ. Волга. Никто ничего не хочет рассказывать. Что за машина? Какая история, блин? А? Переделаны. Но она сделана на базе Kia Oprius, 4-литровый, здесь уже реставрировали мотор. Есть 3,5, а здесь уже новая модификация. И она полностью по сертификатам, по документам собрана. То есть у нее все это прописано в документах, она идет как ГАЗ. ГАЗ, да? Да, она идет как ГАЗ. Не, ну вот это ГАЗ? Вот, этот, вот это все, да. Передняя... Волга. Это Волга, да. Снятая здесь, убрана родная. Капот и багажник, и установленный от ГАЗ от Волги. Ясно. Это уже дело на хром идет, это родное. Тут немножко сейчас хром не делают уже, как раньше. Да, да, да. Соответственно, он немножко отличается, потому что технологий этих нет почему-то. Хотя это очень востребовано. Чья машина? Блин, да? Хуй молчит, блин. Откуда ты ее пригнал? Стараза. А? Стараза? Вообще с Алматы она пришла. Чего пришло? Киевский мотор. Мотор ГАЗ. Мотор ГАЗ. 4 литра. 6-4 литра. Зверь, машина. Зверь. Все вот здесь. Черная. Вот нетронутая основная конструкция Ки, не тронута. Абсолютно. Просто поставленный. А, Волги, сверху, да? Получается, да? Как одежду, да, одели, да? Да, да, да. И так же сзади сделали. Ну, сзади. Это же надо в любом случае так все подогнать. Блин. Да, главное, здесь ничего не режется, машина такие, ничего не страдала, режется, да. Ничего не ломается. И такие левши, значит, у нас в Таразе, да? В Алмате. В Алмате? Ну, машина старая, таразская.
Красавец, что говорить, да? То есть это не незаконная вещь, это как положено. Все. А все, по сути, она Kia, да? Kia на базе газ-20 не надо. Kia на базе газ-20. Так и написано. Да, прям все прописано, затемненные стекла. Слушайте, ну шикарно смотрится. В любом случае, такие вот машины, да? Они сильно отличаются от наших простых вот таких, да? То есть в 21 веке, где обтекаемые там, да, здесь все совсем по-другому. Ну здесь вот сидишь, это да. Наслаждаешься. Салон Kia. Но снаружи. Снаружи. Ну комфорта газ-21 нет такого. Ребята, снаружи, конечно. Не потерять. И здесь, да, смотрите, какая. Общие черты. И при этом получить, грубо говоря, почти. Ну как это можно было так вот, а? Слепить все. Смотрите. Это видно же, вот середина, это явно, это же не газ. Ну, она уже как-то растянутая получается, да? Это S-класс. Это S-класс Kia. S-класс. Да. Она выпускается для корейского рынка, не для Красана. Круто. Но у нас есть тоже такие машины Красана. Сюда заходит 3,5. Ну и не скромно, сколько она будет стоить такая? От 9 и выше миллионов тенге. Не скромно. В Красане очень редко, чтобы затемненные стекла, они были официально внесены. А, да, я что-то и не заметил. Здесь затонированные передние стекла. Фактически это же нельзя. Это же не просто так делают. Ну, то есть как положено, да, как ручная сборка идет. И это все согласно стандартам, которые требуют к автомобилям. Ну вот этот человек любитель ретро. И я все никак не могу ему намазаться на его коллекцию. У него очень шикарная коллекция. Скоро вы это увидите. Вот, ловим его на слове. Ловим на слове. Приезжает и прям вот сталкивает. Вот этот пошел. Мусор весь выбрасывает прям под кусты. Я не знаю, что сказать, да? Атрофирован мозг напрочь. Этот, дайте спокойно поматериться. Выражи свое такое негодование и приходится. Давай, скажи. Пошли. А там потом будете пи-пи-пи, да? Люди, ну не будьте вы свиньями. Свиньями, да. Тихо, мать ваша, ну что это такое? Да вообще. Вот речка, вот куст. Смотри, сколько выгребли. Это же ужас. Это ж Буратино! Советский, а? Восстанет.